Спасибо. Хотите, обозрею один фильм, который я сегодня посмотрела? Я сегодня смотрела фильм «На гребне волны». Спасибо, привет. Короче, фильм «На гребне волны». Нет, мы никогда не купались. А вы когда-нибудь купались? Я хотела, но я не готова к этому еще. Я не смогу. Но я хочу попробовать. Сейчас я ем салат. Короче, фильм «На гребне волны». Если вы любите красивых мужчин в татуировках, то вам он понравится. Лично мне этот фильм понравился очень. И очень мне понравился там главный актер, только не который был ФБР, а который бандит. Вот. Теперь, наверное, он мой любимый. Том Харди уже не очень любимый. Какие проблемы? А, блин, слушайте, я по Wi-Fi вообще, привет. Блин, я не по Wi-Fi. Сейчас я посмотрю, будет ли Wi-Fi. Должен быть. Я сижу в помещении и кушаю. Вот, завтра я буду смотреть «Омерзительную восьмерку» и кайфовать. А пока я ее не смотрю. Но фильм «На гребне волны», моя оценка 8 из 10. Нет, я не Марина. А вы приехать, что ли, все хотите? Чего вы меня спрашиваете? Я в гостях, боюсь, что больше никого не впишут. Как вас, Энни или Анни Захарова, наверное, вы? Я передаю вам привет. Да, мне очень вкусно, могу показать, что я тут ем. У меня тут салат с креветульками. Какие-то они, блин, невидные. Вот, ну и, в общем-то, с алкоголем я завяжу чуть позже. А пока... Я поднимаю бокальчик за хороший фильм. И за вас, дорогие друзья, спасибо, что остаетесь вместе с нами. Ой, ништяк. Да. Вот, так что такая вечеринка. Мне очень понравился фильм «На гребне волны». Смотрите его сейчас в кинотеатрах. Хотя я думала, будет полное говно, как обычно, но оказалось классно. Классные актеры, классные там они все. В общем, и идея классная, все вкусно, и вечеринка вкусная, как говорится, и вот это тот случай. Вот. Такие дела. Это просто я решила поделиться впечатлениями по поводу кино. Завтра посмотрю «Омерзительную восьмерку», но я не знаю, есть ли смысл делиться впечатлениями. Если хотите, поделюсь. Не хотите, не поделюсь. Дело ваше, на самом деле. Вот такая вечериночка. Окей. Но я вечерком завтра, наверное, пойду, чтобы никого в кинотеатре не было. Мам, ни разу?
Ну, ждите. Может, я вам ее покажу. Познакомлю, друзья. Я же вам фотки показывала. О, классный клип, кстати. Sugar baby. Короче, значит, я, в общем-то, все еще хочу завязать с алкоголем, но у меня не получается пока. Я уже сегодня выпила вина. Сейчас я пью Бейлис. Нет хозяина. Я одна в квартире. Кушаю. Вот. Что я сейчас говорила-то, блин, вообще? Не помню. Поставьте, кстати, мне сердец, дорогие друзья. Я эксперт в вине. Лично мне нравится красное сухое чилийское. Только что я пила красное сухое испанское. Мне не очень понравилось. Я еще до Нового года пила. Белое вино. Если честно, я чаще пью красное. В последнее время я еще что-то Бейлис очень часто пью. Вот. По поводу белого. У меня есть одна хорошая знакомая, Настюха. И когда она была в Италии, она сказала, что нужно пить вино белое, чтобы оно было обязательно сухое. И она говорит, сначала мы давились этим вином, а потом мы вошли во вкус. В тот момент мы с ней сидели где-то и пили сухое белое вино. В общем, все вино старайтесь выбирать сухое, потому что там меньше сахара. Вы чувствуете вкус вина. Конечно, исключение. Это грузинское вино красное. Уж нахуенно вкусное. Если кто-нибудь подгонит мне бутылочку красного грузинского вина, я не знаю, что я с вами сделаю. Посмотрим. Вот. Вот такие дела. Пожалуйста, если будут еще вопросы, обращайтесь. Ну ладно, дорогие друзья. Я просто хотела сказать, что если вам нравятся мужчины с красивые мужчины в татуировках, то смотрите фильм «На гребне волны», получите эстетическое удовольствие. Вот, ну и в целом удовольствие от фильма, я думаю, вы получите. Вот. А я, наверное, прервусь, потому что хочу посмотреть клипы и попить. Лайки все равно мне не ставите, поэтому не знаю. Ого-го-го. Клип, кстати, классный. Каждый раз, как будто в первый раз его смотрю. Спасибо за сердца. Тем не менее, ставят только 3 человека, и то уже перестали практически. Поэтому, знаете, вы меня не стимулируете. Как бы я человек такой, мне постоянно нужен стимул. Вот. Ну, в общем, ладно, всем пока. Попозже, может, потранслирую, может, не потранслирую, не знаю. В общем, такая вечериночка. Всем пока. Пока, дорогие друзья. Ой, они там в кадре целуются. Все, больше не целуются. Всем пока.